you know the circumstances. Why Indra has a problem? Because he's raining too much to destroy everything. Because they are worshipping to Govardhan. So this time they have to worship Indra for water. And they're not doing this, they are worshipping to Govardhan because Krishna said this. Вы знаете, почему так произошло, что Индра стал таким высокомерным и дерзким? Потому что в то время, когда должны были поклоняться Индре, люди стали поклоняться Говардхану. Они должны были поклоняться Индре, чтобы он проливал дожди. Они стали поклоняться Говардхану, и он разозлился. So he became angry and he started putting too much rain in Braja, то есть он очень разозлился из-за того, что люди перестали ему поклоняться, и он стал проливать очень-очень много дождей во Врадже. So Krishna think he took the Govardhan Shila like an umbrella to protect all Brajavasis inside that. Поэтому Кришна держал холм Говардхан как зонтик на своем мизинце для того, чтобы защитить жителей Враджа от потопа, от ливня. So the person who live under the umbrella of Krishna, they have never problem. Поэтому нужно понимать, что тот человек, который живет под зонтиком Кришны, у него никогда не будет проблем. Because he is putting umbrella on our head to protect us. Потому что Кришна, он размещает этот зонтик над нашими головами для того, чтобы защитить нас. Umbrella is a symbol of to protect the heat, cold, and all difficulty. Heat and cold is a form of difficulties in our life. И зонтик как раз является этой метафорой, символом, который показывает, что Кришна защищает нас и, ну, как бы закрывает нас от дождя зонтиком, так и в жизни у нас защищает, когда у нас какие-либо проблемы. Because sometimes heat like a difficult time, and sometimes cold is a happy time. So he protects with those both time balance in our life. У нас у каждого человека есть в жизни и хорошие моменты, и плохие моменты, но Кришна у нас защищает всегда, и когда плохие моменты особенно. When we come inside the umbrella of Krishna in Govardhan Shila. Вот если мы заходим под зонтик Кришны, как Говардхан. But it happens long time ago. Хотя это случилось очень давно. No. Нет. That don't understand is spiritual, divine. Divine is happening now also. Но это как бы духовное, это божественное, и это происходит и сейчас. It's not a history. Это не просто история. Is happening now. Это происходит сейчас. Real protection Krishna give us. Кришна дает нам настоящую защиту. To remove my sorrow and tension in my life. И он убирает как бы, ну, грусть и напряжение в нашей жизни. Он убирает это. When we are out of his umbrella, means his mercy, we cannot be out of. Но если мы уходим от этого зонтика, от зонтика его милости Кришны, то мы не имеем эту защиту.
you are the incomparable king of mountains, and you are very dear to me. Ты несравненный бог гор, и ты очень дорог мне. Please grant the blessing. You are the king of kings, supreme. Ты царь царей. King of mountains, you are the. But many mountains are there, many kings are there, but you are the top of the mountains, means you are the supreme personality of God. То есть гор очень много, но Говардхан является царем всех этих гор, то есть он самый наивысший среди гор. But. Как Бог. But, here is a but. Но есть но. You are dear to me. That's the main thing. Но ты очень дорог мне. Это самое главное. I know, see, that you are the king of mountain. I don't bother for that. Я знаю, что ты царь всех гор. Я из-за этого даже не думаю об этом. You are supreme personality. I don't bother for that. И ты наивысшая личность, но я тоже об этом не думаю. But I am. You are very, very dear to me. That I believe that you are my very dear. I cannot live without you. That I know that, and you cannot live without me. Но самое главное для меня это то, что ты дорог для меня, и это для меня имеет значение, а не то, насколько ты велик. Я не могу жить без тебя, и ты не можешь жить без меня. So you put it on my head umbrella, and I'm sitting in France, I'm sitting in Russia, I'm sitting in Switzerland, I'm sitting in Germany. Your umbrella is so big, it all protects us. Но я нахожусь. Sitting in Japan, all is protection, all in protection. Но я, так как я нахожусь под зонтиком, этот зонтик, он очень-очень огромный. Он накрывает и Японию, и Европу, и Россию, и Германию. Разные-разные страны. Он защищает нас везде. Because you are very dear to me, and you are, I think that you also feel I am very dear to you. Потому что ты очень дорог мне, и я также чувствую, что я тоже думаю, что я дорог тебе. Right or not? Правильно, верно? Right. So I have a devotion for you. I care you. I love you. And you love me. So you care me. Я забочусь о тебе, я думаю о тебе, я люблю тебя, поэтому я чувствую, что ты любишь меня. And when your umbrella is there, why to bother? Если ты накрываешь меня своим зонтом, почему я должен за чего-то переживать? And you are carrying also in your hand. You don't give chance to support you on that carrying. What you say? That you are carrying this umbrella, and you no give chance that we can take it to carry that. But you are carrying, and we are living in that umbrella, under this umbrella. Ты держишь этот зонтик сам, своей рукой, без нашей помощи, и ты даже не даешь нам шанса помочь тебе как-то, поддержать этот зонтик. Ты самостоятельно его держишь. It's not divine? It's not happening now? Разве это не божественный? Разве это не происходит сейчас? It's a feeling that you feel it and understand that. Вот есть у вас это чувство, вы чувствуете это, вы понимаете это? Так. Please, please, my dear, grant the residence
near you that is so dear to me. Ah, if you really please, you protect me under your umbrella, but give one place where you live near to you, I can stay. That you grant. I have one request you grant, that I can stay always near to you. I cannot go far from you. Пожалуйста, дай мне прибежище около тебя, потому что ты так дорог мне. То есть здесь молится, пожалуйста, дай мне прибежище под твоим зонтом. Я не могу от тебя уйти никуда, потому что я тебя люблю, и я хочу быть рядом с тобой. И я хочу быть... Дай, пожалуйста, мне это место, это право, возможность быть рядом с тобой. You love me, right? Ты меня любишь, да? But I can more love you. Но я тебя еще больше люблю. Jesus also say, love your neighbor. So I want, if you like me, give the near place where you live, and I can live near to you. And I can feel you or see you all the time. То есть, пожалуйста, я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты позволил мне, дал свое прибежище, чтобы я был рядом с тобой. Хоть какое-то место выдели мне, пожалуйста, чтобы я всегда был рядом с тобой, потому что я не хочу уходить. Пропал Махарадж, да? Я думаю, может быть, спросить у Гурудева, почему мы молимся Кришне, если мы хотим развить Враджа-бхаву и Манджари-бхаву? То есть почему мы тогда молимся Кришне? Почему зонтик, он Кришнин, да, а не зонтик нашей Гурудеи? А не зонтик Радхи, да? Ну, зонтик Гурудеви, да? Потому что даже вот, ну, Нараяна Махарадж, да, говорил, Шрила Гурудев, о том, что когда мы Шаранагати, да, мы принимаем там, одна из анг Шаранагати — это принять прибежище. Но те, кто хотят Враджа-бхавы, они не молятся Кришне, да, о, Кришна, дай прибежище, вот. А они молятся Гурудеву для того, чтобы, ну, вот, о Кришне мы должны заботиться, мы должны его, да, в своих духовных формах там или защищать, или ругать, заботиться о нем, да, приводить его, выводить его из чаще, вести его. Mm-hmm. Вот. То есть, а почему мы должны молиться, просить о прибежище у Кришны, а не у... Да, Радж. Под зонтиком Кришны, если, ну да, если у Гурудеви есть тоже зонтик, да, у Гурудеви, то есть у Гурудева в его форме есть тоже зонтик, и, ну, вот об этом я бы хотела спросить. А, у Гурудеви, да? Почему Кришне, а не Гурудеву? Гурудеви. Да. Хорошо, спрошу сейчас. Ну, пока и не... можно еще сказать о том, что русские преданные всегда потом начинают писать, что когда очень много про Кришну, им не нравится, они очень расстраиваются. Поэтому мы хотим вот, ну, настроение Гурудева, чтобы он вот... Ну и так сказал, и вот еще и про Рада Даси. Можно это на английском, ну, повторить для англоязычных преданных, чтобы они тоже поняли, о чем мы тут беседуем. Потому что они тоже всегда говорят, что они не понимают, и это тоже, ну, нехорошо, нужно, чтобы они тоже понимали. Можешь повторить? Да. Махарадж disappeared for a minute, and Govinda Mahini is saying that we can ask a question to Maharaj. Why we should ask residents under Krishna's umbrella if we can ask residents from Gurudevi umbrella? Why is it this way? Why is everywhere about Krishna?
and we like this mood to follow Radha, and Krishna is everywhere. Говинда Махини, можно я вам отвечу? Ну, насколько меня хватает моей квалификации, пока есть. Да. Ну, в вашей связи, да, коль вы, да, и мы практикуем Радха Дасю, да, то мы должны всегда, мы понимаем, что Кришна, вот тот, о ком сейчас говорит, да, Садху Махарадж, вы, ну, мы как манджари, мы же всегда в кунже. И в кунже мы, Кришна, у него трясутся от чувств, трясутся руки, и он восхищается кинкари, как они, и он молится о том, что стать таким же квалифицированным, как они. Это что за девочки, они не теряют сознание от ее вообще нектара, да, и любви. И он молится этим, и он на самом деле, Кришна в кунжах, он манджари, он в настроении манджари, он завидует, он учится у них, он ну, как бы он радхин Кришна. И поэтому мы, ну как можно о Кришне, вы что, матушка? Это Радхин Кришна, я помню ваши слова, Говинда Бахини. Да, но здесь именно речь о принятии прибежища, то есть, ну, именно, ну, вот как, да, Анги Шаранагати, гоп, три, две варана, да, принять прибежище. И вот наш Нараяна Махарадж, он говорит, что мы, как бы, ну, для общего, да, настроения, да, говорится, что принять прибежище у Кришны, но те, кто рагануги, да, те, кто рупануги, они молятся, ну, не принять прибежище у Кришны, ну, вот я помню такое объяснение, а больше у Гурудева. То есть мы в своей жизни уповаем на Гурудева, нас защищает Гурудев, нас учит, да, Гурудев, соответственно, Гурудеви. Вот. У Гурудеви тоже есть зонтик. Сейчас я переведу, там люди не все русские у нас. So there is a little talk right now. Shyama Sundari says that Krishna is Radha's Krishna, and he in Kunjas he has Manjari mood that he prays to Radha, and he wants residence from Radha, and we should also follow Krishna, ну, kind of also devote. And Govinda Mahini says that still, why should we ask for residence from Krishna if we have Gurudev, Gurudevi? Правильно, Говинда Махини? Ну да, это еще вот этот момент. Да. Подожди момент, вот как бы, помните Садху Махарадж, когда был этот зум, да, ну где-то месяц-два, может быть, несколько недель назад, когда он дал слово каждому высказаться, помнишь? Вспоминаешь? Что да, там было? И он там говорил, ну, что на самом деле здесь я, ну как бы, играю для вас роль куру, Рады-рады. Вспоминаешь? То есть... Ну, то есть у меня что-то звук пропадает. На начальных этапах мы как бы, да, здесь мы должны, да, как Богу поклоняться, гуру. Это, кстати, Нараяна, твой Махарадж говорил, я у него в лекции слушал, что в начале, да, первые 20-30 лет мы должны как молиться, но потом мы должны выходить на уровень, что мы в одной кунже, мы как сестры, мы даже не братья, а сестры, да, в кунжах, понимаешь? Поэтому, ну как... Ну, где, знаешь, насколько любви хватает у человека, да, уровень его рагануга, бхакти, как бы, ну, ты, ну, как бы вот так принимаешь. Согласна. Да, я согласна полностью, ну, просто хочется от Гурудева еще и вот это настроение из него выжать немножко. Вытаскивай, надо прямо в лоб задавать вопросы. Shyama Sundari says that he heard in previous Katha and he heard in Narayana Maharaj's Katha that you should accept Krishna. Hare Krishna. So you should have this mood, and Govinda Mahini says that she wants to hear more from Gurudev about it, yeah, about this topic. Though we should accept and love Krishna, why shouldn't we ask for residence upon Gurudev, Gurudevi? Why should we ask Krishna? What is right? What is the right approach? So we're waiting to ask this question. So should we ask for residence upon Krishna's umbrella or Gurudev's umbrella? Gurudevi. Give us 1 minute.
Одну минутку, говорят, что-то там подождите. Говинда Махини, всегда, да, я тебя, знаешь, в своем уме привожу в пример твою фразу. Радхин Кришна, Кришна Радхин, Кришна Радхин. Да? Опа, все разбежались. Ну, эта фраза... Непереводимая игра слов. Ничего не понял. Говинда, у вас звука нету. Нандарани, а вы слышите хорошо, да? Да. Пока нечего особо слушать. Radha, we can hear you now. Yes. Now yes. I come. Jai Ho. While we waited, devotees have a big question to you, speaking about this verse. So we talk about residence under Krishna's umbrella. And Govinda Mahini is asking, what about, why should we ask residence under Krishna's umbrella if we have such a good Gurudev, Gurudevi? So maybe we should ask residence under Gurudev's umbrella more than from Krishna. What about our mood of Manjari, Radha? If you see Prabhupada, 10:10, Bhagavad Gita. Если вы посмотрите Бхагавад Гита 10:10 у Прабхупады. First you have to sign. Сначала вам нужно предаться Кришне. Sign. Да. Предаться. You like Krishna. То есть вам нужно, чтобы он вам понравился, вам нужно предаться, принять Кришну. If you know sign, you know recognize that soul as connected with Krishna, super soul. You sign it that I like you. So I want to understand super soul. То есть нужно сначала утвердиться в вере, понять, что да, мне нравится Кришна, это верховная личность Бога, принять это всем сердцем, понять, что Кришна сратна. Тесам сатата юктанам. Тесам сатата юктанам. Бхаятам прити пурва. What tesam satat yuktam? Yuktam means always I want to be with you. То есть там сказано, я всегда хочу быть с тобой. And start loving to you. Because soul not recognized before. He recognized body only. Я хочу любить тебя и быть с тобой, потому что мы души, мы отождествляем себя с телом только. Soul wants to recognize and live in the soul consciousness. Но душа хочет осознать духовный мир и жить в духовном мышлении, сознании. And I have to love with you before I have a love with material relations.
Я сначала должен любить тебя, а потом только уже какие-то материальные отношения иметь и любовь материальную. That was my bhajan, materialism. Потому что вот это вот у меня этот баджан, материалистичное поклонение вещам. But I want to think to you, I want to meditate on you. Но я хочу думать о тебе, я хочу медитировать на тебя. Then he said, Dharatin Buddhi Yoga. Then I give the intelligence how to come to me. И вот только когда вы предадитесь и примете, тогда у вас появится, как мы сознание, как прийти к Кришне. We have a knowledge, but no intelligence yet. У нас есть знание, но не хватает как интеллекта, ума. Intelligentsia under control of the soul is that. А вот этот интеллект, этот ум, он контролируется душой. We learn the knowledge from the mind, ego and the body is a knowledge. It is study, but intelligentsia is not there. Intelligentsia come when I want to connect and I want to live in the spiritual soul consciousness. То есть ум, наши знания, ум, они приходят из нашего эго, из нашего тела, из нашего окружения. Но именно интеллект, осознание, оно приходит из духовной материи, от нашей души. Then Prabhupada saying, listen. Yeah. To those who are constantly devoted to serving me with love. Yeah, love. Love is the soul business, not body business. То есть и те, кто предаются мне, становятся преданными, моими преданными с любовью. С любовью, заметьте тут. А это качество души и любовь. You see, you are the supreme personality of Godhead. You are the king of the mountains, but... Ты высшая личность Бога, ты царь гор, но... You are mine. Ты мой. So you will care me and you protect me by your umbrella. Поэтому ты будешь защищать меня и заботиться обо мне, защищать под зонтом. Right? Go on. Правильно? We're constantly devoted to serving me with love. I give the understanding by which they can come to me. Yes. И те, кто будут искренне преданы мне и будут служить мне с любовью, они получат сознание, то есть поймут. Yeah. Yes. Yeah. Well, come to me. How? In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. Buddhi Yoga, intelligence. Yeah. What is it? She has to translate. И те искренне преданные, которые действительно предались мне. We may remember that in the second chapter, the Lord. Ой, you disappeared, Radha Mohan. Там он начал говорить, что мы помним, что во второй главе Господь и пропал звук.
Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him man of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Many things I say, Krishna said, but one thing, intelligent thing. То есть, if you want to go, you have to be intelligent. You have to come in soul consciousness. Yeah. Кришна говорит, что я очень много рассказал тебе, очень много о разных вещах говорил тебе, но все это ты сможешь осознать и понять только когда ты осознаешь это душой, когда у тебя появится духовное осознание. До конца понять. Many intelligent people not go for many things. He go for one thing. That is your intelligence, yeah. То есть все это из интеллекта, то есть понимание происходит от интеллекта, а интеллект это дает душа, душа возможность понять. And what is the intelligent thing? А что такое интеллект? To love, what is constantly devoted to serving me with love. Yes, love. Постоянно. Develop your love to be near and serve me. This love you serve. Without love you never serve. Да, то есть это интеллект появляется, понимается, получается сознание только если постоянно идет преданное служение, то есть ты служишь не с любовью. И тут ключевое слово любовь, то есть без любви это не произойдет истинное служение. Любовь. Now Buddhi Yoga is explained. А дальше объясняется Бхакти Йога. Buddhi Yoga. А Бхакти Йога. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. А бхакти-йога — это действие в сознании Кришны. Action in love. Action in love. Это значит, all have to be in love. То есть все действия должны быть сделаны с любовью. И здесь самое главное — это любовь. That is the highest intelligence. Это самый высший уровень интеллекта, сознания. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. And that is love. Buddhi значит интеллект, а йога — это мистические действия в сознании. И это йога и есть meeting, yoga. Yoga is a meeting. When yoga. The soul meets with the super soul, that is the yoga. А, то есть йога — это встреча. Это встреча — это когда душа встречается с сверхдушой вместе в любви. Это и есть йога. And this love can make you yoga. И when только благодаря love you become close one. И только благодаря любви происходит вот эта встреча, и это и есть йога. Йога — это встреча души и сверхдуши вместе, только благодаря любви. Right? Meeting. Правильно? Yoga. Йога — встреча. Встреча. Как две руки соединяются вместе, это как встреча, йога. When one tries to go back home, So that's from Bhagavad Gita, right? That way, continuing. Okay, because I thought it was Gavadhan. Когда кто-то пытается прийти к Богу,
Это Бхагавад-гита 10.10 с комментариями Шрилы Прабхупады мы сейчас обсуждаем. 10.10. When one tries to go back home, back to Godhead, когда кто-то пытается прийти домой, вернуться назад к Богу, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, fully, not half, 50-50, but then 90, full means 100-100. И кто полностью на 100%, заметьте, не на 70-80%, а полностью следует преданному служению в сознании Кришны. This action is called Bhakti Yoga. Вот эти вот действия называются Бхакти Йога. In other words, Bhakti Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. Другими словами, Бхакти Йога это процесс, с помощью которого вы вырываетесь из этого материального мира. And what is the material world, you know? My body is not material. Что такое материальный мир? Он начинается из вашего, с вашего тела. My plastic is material. His skin is material. Вот my senses are material. Наши чувства материальные, наша кожа, руки, тело, все это материальное. My lower and upper senses are material. Your senses? Senses. Senses. Мои чувства тоже все материальны. My ego is material. Моё эго тоже материально. Because the influence of ego mind is working. И потому что наше эго, оно влияет на наш ум. Not is working with the soul influence, so it also become material thinking. И благодаря этому нашему мышлению это тоже влияет на нашу душу. Right or not? Правильно или нет? Верно? So that is material thought. Это все материальное. Не внешне где-то. The ultimate goal of progress is Krishna. И конечная цель. To know the soul and super soul is the progress. И конечная цель — это Кришна, и наша цель, и высшая цель — это Кришна. People do not know this. I don't know this. Люди это не знают, я не знаю это. The day I know is the intelligence. Узнать это можно с помощью интеллекта. But we forget also. I lose my intelligence here. Here. Но мы также забываем, что мы здесь теряем свой интеллект. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. Поэтому очень важно общение с чистыми преданными и также чистым гуру, bona fide. Who knows this? They are bona fide. Тот, кто знает, он и есть тот самый чистый гуру, высший гуру. One should know that the goal is Krishna. Каждый должен знать, что целью является Кришна. And when the goal is assigned, signature,
цели. Когда вы подписались под достижением этой цели, поставили подпись. Then the path is slowly but progressively traversed. И тогда постепенно, медленно, но постепенно вы будете двигаться по этому пути. And the ultimate goal is achieved. Then ultimate goal achieved. Krishna is only the goal. Not the ultimate goal. With ultimate goal. То есть и Кришна является конечной целью. Ultimate goal. Who is that? А кто конечная цель? That to search. That to search and find out. Вот вы должны прийти и найти эту цель. Now money is right. No one is right. Mohini is right because she is talking about Radhika. Ну, он говорит также о Радхике. Никита, тихо. Mohini is right because she was standing. Where is my Radhika? Because Mohini. She is right. Alternative goal. Ultimate goal. Mohini? You say Mohini? Govinda Mohini, he's saying. You translate. And I'm thinking Mohini, who's Mohini? I'm sorry. So, Govinda Mohini, he's saying. То есть он отвечает, я отвечаю на вопрос Говинда Мохини. Просто он говорит Мохини, и я не могу понять, кто это. То есть вот он говорит, я вам ответил на вопрос Говинды Мохини, почему мы должны следовать Кришне, и почему он должен участвовать в этом процессе тоже. Krishna is a goal of Mohini to come up to the soul and super soul council. То есть Кришна является целью для того, чтобы туда пришла душа, чтобы соединиться с сверхдушой. But the highest goal, what you are telling. Но наивысшая цель — это вот то, о чем говорила Говинда Мохини. When I not identify my soul, how Radharani will give sarup to me? Как Радхарани даст мне сварупу, если я не осознаю свою душу? Вот, то есть надо сначала осознать душу. How we can become Manjari? Body, material thing cannot change. Spiritual will grow. То есть, как мы можем осознать душу? Сначала нам нужно войти в это духовное сознание, понимание, и потом мы уже сможем прийти к нашей наивысшей цели. Yeah. Так? Prabhupada, what I say? Что Прабхупад? Прабхупад говорит. Now, Rina. Никита, перестань. So, assigned means I will not forget him. This I got it. Assignment. It's okay. I get it. Как бы подписаться по целью, принять полностью, как сказать, поставить себе цель, подписаться под этой целью. Это значит всегда помнить о Кришне, не забывать о нем. You need one flat. You go to the broker. He show you one flat. Если вы хотите, например, квартиру какую-то, вы идете к брокеру, к риэлтору, мы говорим. He show you 10 flat. Он показывает 10 квартир. 10 dogs and 10 gods.
10 богов. And then you get it one assigned that this flat, this God I like. Ага. И потом, когда вы видите эти 10 квартир, вы выбираете одну, и вы подписываете договор именно с этой квартирой. То есть вы подписываете договор, как, ну, подписываете с Богом соглашение. I this that I assigned it. С одним Богом, с конкретным, что я понимаю, я so буду с этим Богом. Again you are talking that I'm searching flat, I'm searching flat, I'm searching flat. Чтобы не было того, что вы ищете дальше, дальше ходите, ищете квартиры еще какие-то другие. If he search, he has no flat. Потому что если, ну, по сути, если вы продолжаете искать квартиру, значит, у вас нет еще квартиры. Means if he's talking about Krishna, he has no Krishna. И если мы еще говорим об этом, значит, Кришны еще нет. He still not assigned it. Это значит, что человек еще не подписал вот это вот согласие. So one place we have to assign. Assign. This is the place of assigning that I agree with Krishna. No problem. I accept soul and super soul. That is my intelligence. То есть интеллект появляется, когда вы подписываете вот это соглашение, вы говорите, да, я принимаю Кришну, я принимаю сверхдушу. And then, then you are ready. Then you are ready. Govardhan. Then yeah. You come to Govardhan. Come to Govardhan. He is maybe Supreme Personality of Godhead, but he is maybe mountains of many mountains, he is the Supreme. Means he is the many God, he is the Supreme God. But и получается, что очень-очень много гор, гор много везде, получается, не только же одна гора, их много. Но Говардхан, он царь гор, он наивысший. You are the incomparable king of mountains. Yeah. And you are very dear to me. But you are my dear to me. I love you, but I can do. You are dear to me. Ты несравненный царь гор, но ты очень дорог мне. И здесь очень важно вот это вот, дорог, ты дорог мне. So what is good? You are supreme. That is important. I love you. You are dear to me. It's important. Что здесь важно? На что здесь идет падает акцент? Что ты наивысший и поэтому я хочу быть с тобой? Или ты мне дорог? Что здесь подчеркивается? Ты мне дорог. Я тебя люблю. Intelligentsia, you would say, no, you are dear to me. That is the most best. Then you are supreme. И вот интеллект, он как раз и говорит, что интеллект скажет, что ты дорог мне, а не просто то, что ты наивысший. Please grant the residence near you. Grant me residence near you. Пожалуйста, дай мне прибежище около тебя. You don't need to come to Russia to put umbrella. I am near to you. I will always Я около тебя, и я всегда хочу быть около тебя под твоим зонтиком. But if I am not near to you, you expand your umbrella up to Russia, Japan, you know, to Germany, many places. Но если я не рядом с тобой, то тогда я не нахожусь. То есть, если я не буду рядом с тобой, тогда я не буду под твоим зонтиком, правильно? Потому что я не рядом.
Please grant the residence near you that is so dear to me. That is dear. Because you are dear, everything is dear. What is for you? Пожалуйста, дай прибежище около тебя, потому что ты дорог мне. У вас, вам многое может быть дорого, но здесь вам нужно понять, что он дорог вам. Go on. This is the verse. So we completed the verse. Now comes the birth one. Now comes sorry. The... Now it's coming. Sorry, take a long time. I'm a crazy little. I know understand English, so I take time. So go on. Go. Еще почитаем. Он говорит, что очень много мы обсуждали это, но я хотел, чтобы вы все это поняли. Хорошо. Теперь мы дальше будем продолжать читать. Why I do that I understand nicely and you also understand nicely. Мы это так обсуждали, чтобы я это хорошо понял и чтобы вы это хорошо поняли. In this Govardhan Vash Pratna Dashakam, Srimad Raghunath Das Goswami's heart becomes very attracted to the great glories of Sri Giriraj. В этой Говардхана Васа Пратхана Дашакам Шримад Прагхунат Даса Госвами сердце становится очень привлекается большим восхвалением Шри Гирираджа. And thus he reveals his desire to reside at the base of his greatly beloved Govardhan Hill. И таким образом он открывает свое желание проживать около великого и любимого Говардхана. First of all, he says. Сначала он, прежде всего, он говорит. Nija pati bhuja danda chatra bhavam prapadya. O Govardhan, you became like an umbrella that is carried by the staff-like hand of your own Lord Sri Krishna, and you were so fortunate as to have remained thus for 7 days and nights. Вначале он говорит, о Говардхан, ты стал как зонтик, который поддерживает сильная рука нашего Господа Шри Кришны, и ты был так счастлив оставаться там 7 дней и ночей. Just as a boy easily takes up an umbrella, Sri Krishna suddenly picked up Govardhan Hill to protect Braj. Так же, как мальчик легко поднимает зонтик, так же Шри Кришна вдруг поднял холм Говардхан, чтобы защитить Врадж. Sri Shuka Muni said, Dadhara Lilaya Krishna's Chatrakam Iva Balaka. Шри Шука Муни сказал, Шри Кришна's left arm looked as beautiful as a rod. Левая рука Кришны выглядела так же прекрасно, как и трость. Holding the umbrella Govardhan and the people of Braj. Поддерживая зонтик Говардхан и людей Враджа. And the people of Braj attaining a place under this umbrella. И люди Враджа получили прибежище под этим зонтом. Exhibited an opulence which is rarely attained within the three worlds.
И этим он показал, как мистическое величие, свое величие, которое редко где можно увидеть во всех трех мирах. Srila Jiva Goswami has written in his Gopala Champu. Шрила Джива Госвами написал в его Гопала Чампу. Sri Krishna was surrounded by the Brajavasis in the big hall under the Govardhan Hill. Кришна был окружен Браджаваси в большой яме под холмом Говардхан. As he lifted the hill with his left hand. В то время как он поднял холм своей левой рукой. This made his upright left arm resemble a sapphire reed. Таким образом, его левая рука напоминала сапфировую трость. The hill and umbrella and the raindrops that drip from all of its sides, strings of pearls. Холм напоминал зонтик, а капли дождя, которые стекали со всех сторон холма, напоминали жемчуг, нитки жемчуга. Thus it looked as if the people of Braj had displayed rare opulence by standing under this extraordinary umbrella. И таким образом это выглядело, то есть люди в Раджа были свидетелями этого великого события, когда они стояли под таким необычным огромным зонтом. Indra is very puffed up because of his opulences. А Индра в то же время был очень горд своей силой. Although he has thousand eyes, he showed his actual blindness by becoming angry at the Brajavasis. Хотя у него была тысяча глаз, он показал, на самом деле он показал свою слепоту, так как он разозлился на Враджаваси. For giving up their sacrifice to him. Которые перестали ему поклоняться. Even after he had seen how little Krishna had smashed so many powerful demons. И это при том, что он видел, как маленький Кришна победил так много очень сильных демонов. And sending the apocalyptic Samvartaka clouds to Braj to destroy the place. И он отправил как апокалипсис такие облака Самвартака, какие-то убийственные облака во Врач, чтобы разрушить это место. Please Gopal Champu Granth. Shiva Jiva Goswami Pad has elaborately described how proud Indra was of this great opulence. В его Гопала Чампу Гранта Шрима Джива Госвами Пад очень живо описал, насколько горд был Индра своей мощью. This is just a basic description. Это просто как простое описание. After having gradually sent hail, rain and thunderbolts to Braj to destroy the place. После того, как постепенно Индра отправил на Врач направил град, дождь и гром для того, чтобы полностью уничтожить Врач. Indra doubtfully sent 100 wind spies there to find out what damage his rains had caused. Также Индра отправил 100 ветров шпионов, чтобы выяснить, какой же вред был нанесен Враджу. And the spies upon returning told him,
И эти шпионы, когда вернулись, сказали ему: О, Махарадж, until now the place is not yet inundated. Они сказали: О, Махарадж, до сих пор это место не затоплено. Indra then sent more powerful rain clouds to inundate the Brajamandala, thinking. Тогда Индра отправил еще более мощные дождевые облака для того, чтобы затопить Враджамандалу. При этом он думал: This huge shower surely must have inundated Враджамандала. А вот этот огромный ливень точно затопит всю Враджамандалу. With this in mind, he sent cloud spies to find out what was accomplished. Думая об этом, он отправил свои облака-шпионы, чтобы выяснить, каков был результат. But they also returned swiftly and reported that his purpose had yet not been fulfilled. Но они также вскоре вернулись и сообщили ему, что он не достиг своей цели. Hearing this, Indra became astonished, jumped on his elephant, Airavat, and came to Braja's airspace. Услышав это, Индра был ошеломлен. Он запрыгнул на своего слона Айравату и примчался во Врадж по воздуху. Very angrily prodding Airavat with his elephant goad and personally began to throw fiery thunderbolts on Raj. Он очень с большой злостью он понукал слона Айравату своим чем-то, чем понукает слона, и затем он лично начал бросать яростью молнии и гром на Врадж. Then he finally sent his lightning spies to find out about the result. Ну, в конце он опять отправил своих шпионов молнии, чтобы выяснить о результате. The lightning spies returned and told him. А шпионы молнии вернулись и сказали ему: О, king of the demigods, hear this most amazing news. О, царь полубогов, услышь эту удивительную новость. Govardhan has grown because of eating the huge food offerings of the people of Braj and has now lifted himself from the ground. Говардхан вырос, потому что он съел огромное количество еды, которое было ему предложено людьми Враджа. И сейчас он сам поднялся с земли. Indra sent his lightning spies out once more and said, Индра снова отправил своих шпионов молний и сказал: Go and see why the hill has lifted itself and where the miserable people of Braj have gone with their children and other relatives. Идите и посмотрите, почему холм сам поднялся, и где же эти ничтожные люди Враджа, куда они ушли с их детьми и другими родственниками. As you order, the lightning spy said, and went back to Braj to find this out. Как вы хотите, сказали шпионы молнии и вернулись в Радж, чтобы это выяснить. They returned to Indra and said, O Devaraj, it seems our strikes have scorched everyone to ashes. Они вернулись к Индре и сказали: О, Девраж, похоже, что наши вспышки и молнии полностью испепелили каждого до опилков. We can't find anyone in the entire Brajmandal anymore. Мы вообще никого не смогли найти во всей Враджамандале. Там никого больше нет.
Hearing this, King Indra was very happy. He blessed the spice by saying. Когда услышал это царь Индра, он был очень счастлив. Он благословил шпионов и сказал. May you live long, and he sent them back to Braj once more to find out all the details. Он благословил их живите долго и отправил их назад во Врач еще раз, чтобы уже узнать детали, подробности. Once more, the lightning spies went to Braj, but this time they reported upon returning. И снова шпионы молнии ушли во Врач, но в этот раз они сказали следующее после возвращения. O Lord of the three worlds, none of the people of Braj have been vanquished. О, Господь всех трех миров, никто из людей Враджа не был убит. They are all hiding under Govardhan Hill, making a blissful noise, and Balanuja, Shri Krishna, is lifting the hill. Они все прячутся под холмом Говардхана, шумят, то есть, ну, шумят, и Шри Кришна поднял этот холм. Hearing this, Indra said. Когда это услышал Индра, он сказал. Oho, now I understand. In the past I cut the wings of the mountains, but Govardhan Hill has now regrown its wings and is giving shelter to the Brajvasis, taking their side against me. Ага, сейчас я все понял. В прошлом я отрезал крылья всем горам, но Говардхан опять снова вырастил эти крылья, и теперь он дает прибежище всем Враджаваси и настраивает их против меня. Ну хорошо, тогда я еще больше брошу гром и молний и уничтожу всех Враджаваси полностью. All right then, let me throw some more fiery thunderbolts to smash all the Brajvasis completely. Хорошо, тогда я еще раз кину яростные молнии и гром для того, чтобы полностью уничтожить всех Враджаваси. Saying this, Indra began to cast such thunderbolts. But he soon found out through his spies that he had accomplished nothing with it. После того, как Индра это сказал, он стал метать гром и молнии, но вскоре он обнаружил с помощью своих шпионов, что он ничего не добился. Then Indra angrily told his spies, "Go and find out exactly what is going on and why my thunder fire is thrown in vain all the time." Индра опять разозлился и сказал своим шпионам, идите и выясните, что же на самом деле там происходит и почему все мои усилия по метанию молний и огня бесполезны. The spies inspected the whole scene thoroughly and told Indra. Шпионы проверили полностью всю территорию и сказали Индре. O King of Gods! Not even two or three leaves have fallen from the trees of Govardhan Hill. О, царь богов, даже два или три листочка не упали из деревьев Говардхана. And not even one ant was killed there. Даже ни один муравей не погиб. No matter how many fiery thunderbolts you threw on them. Несмотря на то, как много грома и молнии мы направляем на них. What to speak then of the people of Braj that are blissfully enjoying shelter under the hill? Что же тогда говорить о людях Враджа, которые абсолютно спокойно наслаждаются под прибежищем холма? Finally, after another endeavor to smash Govardhan with his thunderbolt, Indra became embarrassed and fearful.
И в конце концов, после еще одной попытки разрушить холм Говардхан своими молниями, Индре стало стыдно, он испугался и еще раз снова осознал величие Шри Кришны. And once more realized Shri Krishna's greatness. Он еще раз осознал величие Шри Кришны. He also assigned Guru. И мы тоже как бы подписали согласие, предались Кришне. Through all this, the pride and impudence of Indra. И пройдя все это произошло, когда то гордость и высокомерие Индры, caused by his intoxication of opulence, которое произошло из-за его опьянения его величием, as also the prowess and glories of Govardhan Hill are shown. И таким образом тоже было показано величие холма Говардхана. Шри Рагунат says, Атула Притула Шайла Шрени Бхупа Приямме Нидя Никата Ниваши Дехи Говардхан Пам. А Шри Рагунат Кадас говорит, О Гирипате, you are the king of all mountains. О Гирипати, ты царь всех гор. Even of the Himalaya and Sumeru. Даже выше Гималаи и Сумеру. Residence at your vicinity is very dear to me. Прибежище около тебя очень дорого мне. Therefore, I very much crave for that. Поэтому я очень сильно хочу этого. But if the holy dham does not give it shelter. Но если святая Дхамма не дает своего прибежища, no one can live there simply by his own endeavors. Никто не может жить там просто благодаря своим усилиям. Therefore, I pray to you, please bless me so that I can live at your base. Поэтому я молюсь тебе, пожалуйста, благослови меня, чтобы я мог жить около твоих ног, около тебя. О Говардхан, this wretch very much loves to reside close by you. О Говардхан, я очень сильно люблю и хочу жить рядом с тобой. Please bless me with a place in your vicinity. Пожалуйста, благослови меня. И дай мне, пожалуйста, место около тебя. And show me your matchless glories. И покажи мне свои несравнимые величия. You were held like an umbrella on the rod-like hand of Shri Krishna. Тебя держал как зонтик на своей тростеподобной руке Кришна. To destroy the pride of Satchit's Lord Indra, who was intoxicated by false vanity. И он разрушил гордость Господа Индры, который был опьянен своим ложным тщеславием. And to establish your own glories. И ты показал свое истинное величие. О, Говардхан, you are so great. О, Говардхан, ты так велик. Please take me to you. Пожалуйста, прими меня. End of verse 1. Это конец первого стиха.